Ульяновские гаишники совместно с волонтерами вышли в профилактический рейд. На этот раз они не ловили нарушителей, а разъясняли автолюбителям, что алкоголь и вождение – вещи несовместимые. Водителям объясняли суть акции, рассказывали о трагических последствиях выпивки за рулем и дарили памятные сувениры. К сожалению, пьяные за рулем – это бич нашего региона. Только за 10 месяцев этого года зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. В этих ДТП 48 человек погибли и 184 человека получили травмы различной степени тяжести. Также за 10 месяцев 2015 года выявлено свыше 4500 водителей, находящихся в состоянии опьянения. Несмотря на час пик, автовладельцы с пониманием отнеслись к подобному мероприятию. Лилиана Рахматульна, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.